Середина мая – время задуматься о летнем отдыхе и вырваться из холодной Перми к солнцу и морю. Для тех, кто хочет сэкономить, лучшее время – это конец весны и начало осени. В эти периоды цены на туры к морю ниже. Сейчас в мае в море Средиземное, в Турции, Болгарии, Тунисе, оно холодное. Но солнечные дни там уже постоянно и, в общем-то, пользуются спросом, потому что низкие цены на Турцию. Скоро откроют Тунис. То же самое в конце мая, это самые низкие цены. Все зависит от курса валюты. На самом деле сентябрь всегда дешевле. Полезная информация для тех, кто планирует отдых у моря с июня по август. С 15 июня начнутся прямые перелеты из Перми в Грузию и обратно. Вылеты в аэропорт Батуми из нашего города будут два раза в неделю по вторникам и пятницам. В конце мая, начале июня возобновятся вылеты из Перми на Кипр, в Грецию, на Крит. Специалисты туристической отрасли советуют, горящие туры надо искать минимум за неделю, позднее уже практически бесполезно. Дальше недели уже все раскуплено. И многие тянут до последнего, приходят, а билетов на самолет уже нет. Потому что чартеры, они разбираются вот подчистую. Улетают, как всегда, заполненные рейсы. Цена снижается тогда, когда количество мест в самолете ограничено. Вообще сейчас очень сложно отслеживать, цена может даже в течение суток вырасти. Динамическое ценообразование зависит от спроса. Если направление популярное, цена увеличивается. И, конечно, многое зависит и от курса валют. Самые низкие цены на пакетные туры, включающие в себя прямой перелет из Перми, трансфер до отеля, проживание и медицинскую страховку, в мае в Турцию от 22 тысяч на человека на 7 ночей. Крит в начале июня от 35 тысяч на человека на 10 ночей. На Кипр от 41 тысяч на одного 10 ночей. Болгария от 25 тысяч на человека на 11 дней. Тунис от 39 тысяч на одного 10 ночей.